Уссурийск на хоккейном турнире представили сразу две команды «Приморье-2002» и «Армада-2003». Их соперниками стали спортсмены из Владивостока, Большого Камня и Хабаровска. Хоккеисты «Армады-2003» оказались самыми юными участниками соревнований. Победителям молодежи выбиться не удалось. Мы очень рады, что нас включили в турнир этот. Мальчишкам нужно набираться опыта. И более старшими, естественно, ребятами, конечно, вот опыт этот и появляется. Потому что впереди у нас ответственные матчи, у нас два серьезных турнира у ребят. Команда «Приморье-2002» провела заключительный матч с хабаровским «Амуром». Родные стены не помогли уссурийцам. С первого периода гости захватили инициативу в свои руки. Отыграться «Приморью» так и не удалось. Встреча закончилась со счетом 5-0 в пользу «Амура». Дети как бы были настроены на игру. На выигрыш. Очень рано почувствовали победу и после этого проиграли. «Приморье-2002» стали лишь бронзовыми призерами турнира. Серебряные медали и кубок уехали в Хабаровск вместе с командой «Амур». Победители турнира – хоккеисты «Полюса» из Владивостока.